В 28 школах республики, к примеру, Аликовской, Батыревской и Шумерлинской, начало учебного года отметили традиционно 1 сентября, сообщил министр образования Чувашии Сергей Кудряшов сегодня на еженедельном совещании правительства. В этом учебном году начались занятия в ряде новых учебных заведений. В Ядрине открылась начальная школа. Она позволит разгрузить школу номер 3. Ее ученики смогут перейти на учебу в одну смену. После реконструкции учебный год начался и в новом корпусе Чебоксарской средней школы номер 61. Он рассчитан на 500 мест. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался, как обстоят дела с педагогическими кадрами. На начало августа было у нас 456 вакансий. Пришло 300 молодых педагогов. Многие педагоги будут особенно малокомплектных работать по совмещенной системе, то есть будут вести несколько предметов. В целом все образовательные учреждения обкультованы педагогическими кадрами. Республика продолжит создавать условия, чтобы выпускники педагогических вузов шли в школы, отметил Михаил Игнатьев. Так, в рамках регионального проекта «Учитель будущего национального проекта образования» в Чувашии создадут 2 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Молодые учителя в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые 3 года работы.